что же я за имбового бравлера только что создал? Киборг Пицца. Привет, бро, меня зовут Пози. Добро пожаловать в Бравл Старс. Сегодня мы вместе с вами продолжим прокачивать нашего нового бравлера Бастера. Напомню вам, что в прошлой серии я не смог прокачать этого бравлера, потому что произошел баг в Бравл Старсе, из-за чего бравлер Бастер у меня не отображался в списке на прокачку. Это было странно. Я дождался следующего дня, когда Бравл Старс пофиксит этот баг, и я продолжаю для вас пилить видосик по Бравл Старсу. Ну что ж, напомню вам, что мы с вами остановились на 55 уровне Бравл Пасса, поэтому давайте мы с вами приобретем оставшиеся уровни и прокачаем на максимум нашего бравлера Бастера. Сейчас я нахожусь на 60-м, нифига себе, как много здесь очков силы. Мне этого хватит на максимальную прокачку Бастера, это 100%, плюс тут куча прикольных значков, жетончиков. Так, ребята, мы с вами дошли до 70-го уровня, и тут мы с вами можем забрать новый скин, называется Бастер с бензопилой. Итак, как же он будет выглядеть? О май гад! Я случайно прокликал. Так, давайте я переключусь обратно. Опа, вы посмотрите на его бензопилу. Чем-то напоминает Джейсона. А что у него на спине написано? Ага, видимо, у нас лесоруб какой-то. Красные кроссовочки, джинсики, повязочка коричневая. Такой, знаете, байкер своего рода. Итак, давайте мы с вами постараемся выбить гаджеты и звездную силу на Бастера. Но перед этим заходим с вами в Бравл Пасс, выбираем очки силы и наконец-то я могу это сделать! Я могу добавлять очки силы! Но... Нет! Зачем я открыл большой ящик? Зачем я это сделал? Я не хочу донатить еще на ящики, на открытие ящиков, потому что тех ящиков, которые у нас есть в Бравл Пассе, этого достаточно, чтобы выбить гаджеты, звездные силы, возможно, даже элементы снаряжения. На 16 уровне мы с вами забрали очки силы. Так, идем дальше. 23 уровень. Там дальше у нас будет побольше. Я собираюсь все очки силы потратить на Бастера из-за этого Бравл Пасса. И все ящики я сегодня открою в этом Бравл Пассе. А еще у меня даже осталось немного гемасиков. Если нам удастся выбить звездную силу и гаджет на Бастера до того, как мы откроем с вами все ящики в Бравл Пассе, то тогда я потрачу эти гемасы на покупку различных эмодзи, иконок игрока, которые прямо сейчас продаются по акции в магазине. Их там прям очень много, и они недорогие, кстати говоря, на удивление. Они стоят там по 9 гемов, 10 гемасиков. Так, уже есть 700, отлично. Давай дальше двигаемся с тобой. Давай мы с тобой попытаемся набрать хотя бы 1500 очков силы. Надеюсь, всех моих запасов мне хватит. Так, 1000 очков силы, замечательно. Двигаем дальше, 50 уровень. Так, еще плюс 100 очков. Давай, закидываем это все на Бастера. Опа, плюс 20 гемасиков. Небольшой кэшбэк. 100 очков силы на 64 уровне. О, я почти добрался до самого последнего уровня. Там плюс 500 очков силы будет. Этого хватит на 11 уровень силы. Я очень на это надеюсь. Этого хватит 100%. 1975 очков силы. О май гад. И давайте мы с вами соберем набор значков на удачу. Нам выпадает Ворон, Дэрил и Пенни, конечно же. Нажимаем с вами на Бастера, нажимаем с вами улучшить раз, улучшить два, улучшить три, улучшить четыре, улучшить пять. Так, шестой уровень силы, седьмой уровень силы. И у нас с вами разблокировались гаджеты. Я пока что не буду считать, что это за гаджет. Теперь давайте мы с вами разблокируем звездную силу. И нет! Не хватило очков силы, о май гад. Девятый уровень силы. А теперь мы с вами приступаем к открытию ящичков. Куда же без этого? Я думаю, что все необходимые штуковины нам выпадут с мега ящиков. С больших ящиков вряд ли мы с вами что-то дельное получим. Опа! 40 очков. Отлично. Наконец-таки я рад очкам силы, которые нам выпадают из ящиков. Это то, что нам сейчас крайне необходимо. Ведь я хочу его дотянуть хотя бы до 10 уровня за эту серию, ребята. Поддержите меня лайкосиком, ведь я потратил немало гемасиков. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Чтобы не пропускать новые ролики по Бравл Старсу. Я просто обязан был это сказать, потому что многие пишут: Пози, где ролики по Бравл Старсу? А тут бац, предыдущий видосик вы пропустили. Ай-яй-яй. Так, 19 уровень. Пока что с больших ящиков вот прям не везет. Вот вообще ничего не падает. О, да! Смотрите-ка. Это у нас поезд с инструментами. Бастер восстанавливает себе и ближайшим союзникам по 1000 очков здоровья за каждого союзника в зоне зарядки его супера. Что? Я использую гаджет. И дальше я восстанавливаю 1000 очков игрокам, которые находятся рядом со мной и себе. В принципе, я то же самое только что прочитал. Просто я не вникал, что я читал. Обычная ситуация, не переживайте. На каждом уровне у нас есть по одному ящику. Я не сомневаюсь, что мы сегодня с вами достанем звездную силу. И прокачаем его до 10 уровня. Я прям в этом уверен, ребята. Никогда не был так уверен. Но сегодня уверен на 1000000%. Мы сегодня с вами это сделаем. Конечно же. Так, 28 уровень.
Ага, 29-й. Ура! 6 предметов! Ну что ж, звездная сила. Блокбастер. Основная атака Бастера наносит на 15% больше урона за каждого союзника в зоне зарядки его супера. Если со мной рядом будет бегать какой-то чувак, то есть это для парного столкновения просто идеальный бравлер, я буду наносить на 15% больше урона. Это шикарно. Представьте, что будет, если мы с вами еще соберем баночек. Oh my god. Я должен буду затестировать его на максимальной прокачке. У меня сейчас будет прям нереально гигантский урон. Я думаю, что точно больше 2000. Зачем я это все открываю? А, точно. Я хочу достать сейчас очки силы на нашего бравлера. Стоп, может быть в магазине что-то продается? Вы просто посмотрите, сколько здесь всего. Да, очки силы, отлично, 500 штучек. Так, давайте мы с вами купим эту акцию и потратим ее на Бастера, конечно же. Так, потратили 500 очков силы. И давайте еще 1500 возьму, потому что они нам 100% пригодятся. У нас есть сейчас с вами еще 500 гемов в запасе. Тыкаем по Бастеру, делаем прокачку два раза. Вуаля! 11 уровень силы, плюс снаряжение. Представляете? Так, скорость, сверхредкое снаряжение ускоряет движение в кустах на 20%. Давайте мы с вами получим бесплатное снаряжение. Дальше будет стоить нам 1000 монеточек. Здоровье, сверхредкое снаряжение восстанавливает здоровье на 50% эффективнее. Тоже полезная штуковина. Так, урон сверхредкое. Давайте я приобрету эту штуковину. Я очень рад, что теперь можно покупать эти штуки. Раньше не было такой возможности. Так, теперь давайте мы с вами поставим второе снаряжение. Первое у нас будет щит. Добавляет щит с 600 очками здоровья. При полном запасе здоровья бойца щит восстанавливается за 10 секунд. Это что нас делает видимыми противников на 2 секунды после получения ими урона. Восстанавливает здоровье. Это увеличивает урон на 15%, если осталось менее 50% здоровья. Полезная штуковина. Ускоряет движение в кустах. Нет, я думаю, что это не совсем эффективно. Давайте мы с вами, пожалуй, оставим защиту. Капец, что же я за имбоу бравлера только что создал, ребята. Киборг. Убийца. Ну что ж, давайте мы с вами купим иконки игрока в магазине. Абсолютно все эти акции. Я их 100% хочу себе купить. Иконка игрока Биби! Вау! Сразу две иконки. Так, новый спрей. Что это? Это у нас какой-то поезд. И у меня осталось еще в запасе 372 гема. Удвоители жетонов вроде как у меня есть уже. Скинчики я не особо хочу эти покупать. Это у нас доисторические скины. Ну, в принципе, я сделал все, что хотел. Давайте мы теперь с вами залетим в игру с новым скином, со всеми нашими прокачками. Сыграем с вами на опаленном камне в парное столкновение. О, вместе с напарником. Сейчас у меня будет такой урон нереальный. Ребята, нужно двигаться вместе с этим кактусом. Это 100% выигрышная игра. Вы просто посмотрите, 2500, 3000. Это что вообще такое? 3000, где вы такое видели? Вы серьезно хотите на нас напасть с кактусом? Вы в этом уверены? Я и кактус — это непобедимая команда. Теперь Спайк, мой бро. Нифига себе, у меня почти 10 тысяч хп. Чё ты там прячешься в кустах? Ну давай, ну давай, ну что? Ну ты серьезно сейчас? О май гад. Ребята, 7 банок у меня, я наношу по 4000 урона, плюс 15%. Короче, я где-то 5500 сейчас должен нанести, смотрите. О-хо-хо! Садового выстрела. Оу! Я сильнее Була! Офигеть! Ну что ж, я думаю, что настало время прокачечки, конечно же. Давайте мы с вами сейчас сыграем следующую игру. Я сейчас набью 100 кубасов, 100% на этом бравлере. Вы ждали, когда я наконец-таки полностью прокачаю Бастера, и поэтому этот видос я хочу сделать еще интереснее. Теперь я буду бегать вместе с Сэшем. У меня же еще звездная сила прикольная, которая помогает мне заряжаться от своих союзников. И урон у меня увеличивается, когда я вместе с союзниками бегаю. Опа, раз, два, три. Ну, вы тут особо от меня не убежите. Использую щит. Давай, 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 давай. Продолжай, продолжай, продолжай. О май гад, ты меня так испугал. Бежим на 8 бита и на Эль Примуса. Вот тут у нас вроде он спрятался, нет? Ага, ой-ой-ой. Ты серьезно? Давай, 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 продолжай стрелять. Раз, два, Эль Прима, ты следующий. Это я тебе гарантирую. Так, использую щит. Давай, 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 давай! Попробуй ударить меня. Ты что там спрятался в кусты? И вы хотите сказать, что это не боты? Как против таких играть, я не понимаю. Как-то слишком скучно против них сражаться. Теперь со мной в команде Динамайк. Давай, Динамайк, проснись. Это уже игрок, потому что он стоял на месте. Он АФКшил. Иди-ка сюда. Вырубаем тебя быстренько. Отлично. Я, кстати, издалека похож на Була. Вот прям один в один. Так, используй щит. Давай! Раз, два, розу вырубаем. Опа! Сколько банок у меня? 5 банок. Давай-ка восстановлюсь. Опа, плюс 2000 хп нам отхилил.
Отлично, хороший гаджет, он работает. Я нисколечки в этом не сомневался. 7 банок! У меня есть щит, у меня много хп, 12 тысяч почти. Я не знаю, кто сейчас меня может победить. С 10 банками. Ребята, у меня сейчас урон будет по 5 тысяч или 6 тысяч. А может и больше. Так, подожди, хочу на Эль Примусе протестировать. Просто хочу сделать один шикарный выстрел. Так, опа! Раз, два, опа, 4 тысячи. Так, давай-ка. 4500. Ну, неплохо, неплохо. Ай да, Динамайк, ай да, красавчик. 6-й ранг я апнул, ребята. Киберспортсмен вернулся. Нубик донатер. Ребята, если бы вы хотели получить Бастера, поставьте лайкос. Давайте мы с вами соберем 50 тысяч лайков под этим видосиком. Че так игра долго ищется? Никто не играет в парные столкновения? Я в это никогда в жизни не поверил. Видимо, никому больше не интересно играть в парные столкновения. О, как же я долго ждал. Целых 30 секунд. Долго, долго, долго. У меня нет столько времени. Я хочу играть. 2 банки. Отлично. Давай, давай, давай в центр. Не бойся. Это наш центр. Это 100% наш центр. Ой-ой-ой, спалился немного. Так, давай вместе бегать. Стой, не уходи от меня далеко. Так, вырубаю. Это было чересчур быстро. Так, здесь Эш у нас. Подожди, подожди, подожди. Нам нужно бегать вместе. Давай. Будем просто бегать кругами здесь в кустах. Я правильно понимаю, это вся твоя тактика? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, попали по мне. Да уходи же ты! Ладно. Вот это был просто шикарный выстрел! Он все банки выронил. Ах ты... Нет, ты их не подберешь. 16 банок! 20 банок? Вы сейчас серьезно? 20 банок! Как победить этого киборга? Да никак, это невозможно! Пау! Испугал, да? 5000 издалека! Офигеть, это очень имбовый бравлер. И он мне нравится, между прочим. Он стреляет дальше, чем Булл. ХП у него плюс-минус столько же. Он умеет отражать атаки. Он умеет хилить союзников. Это просто шикарный бравлер. Правда, скин бы на него какой-нибудь покруче найти. Я думаю, что рано или поздно выпустят. Итак, со мной теперь Фрэнки. Хорошо, здесь я буду, видимо, выступать в роли дальника. Так, пока что с Фрэнки побегаю немного. Давай-ка мы с тобой нафармим баночек. Они нам сейчас пригодятся. Пойдем в центр. Нам нужно в центр. Так, Фрэнки, я подхожу к тебе. Ай да молодца! Там еще один. Вырубай его! Давай, я тебя отхилю. Отлично. Это что было? Так, ну что ж, у нас опять 9 банок. Как-то чересчур просто. Ну, правильно, на таких низких кубках играть с 11 уровнем силы, это какой-то Unreal. Это была самая быстрая игра, даже быстрее, чем предыдущая. На самом деле, мне никогда так просто не игралось за любого бравлера. Он прям нереально простой, этот бравлер. Урон у тебя и без банок гигантский, можешь любого вырубить, если захочешь. Так, давай-ка я сделаю вид, что тут... Опа, 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 отлично, забрал одного. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Он свои перчаточки тут отправил. Отхилил нас. Нет, не отхилил, я ульту использовал. Нет! Беги, Фрэнк! Беги! Ха-ха! Мы слились, серьезно? 3-е место, 4 кубка! Оу! Извини, Фрэнки, это была моя ошибка. Я вместо гаджета нажал случайно на ульту. И тем самым запорол себе абсолютно все. Это было очень тупо. Так, погнали, следующая игра. Показываю вам, как играют настоящие профессионалы. Профессионалы Бравл Старса. Это не про меня, если что. Так, давай, Фрэнки, заняли кустики. Отлично, ломай их. О нас никто ничего не знает. Продолжай. Так, подобрал. Подобрал банку. Опа, вот здесь двоих жмут. Я включаюсь. Ульта здесь мне не помогла, и хилка не помогла. Ладно, давай, 10 секунд, сможешь продержаться? Просто побегать кругами. Опа, опа, они здесь вдвоем. Давай, давай, давай. Зачем ты там был? Минус один кубок. Ребята, вот все, что вы сейчас видели, забудьте про это, пожалуйста. Это играл не я, а мой клон нуб. Фрэнки, что ты творишь? Ладно, я их даже подпускать близко теперь не буду к себе. Я буду сразу отстреливать и убегать. Вот смотрите, здесь стреляет Рика. Так, я думаю, что нам стоит идти в обход, не сюда. Давай к Броку. Давай к Броку. Так, Брока я забрал. Отлично, сзади кто у нас бежит? Пенни. Окей, здесь у нас Джесси. Можно их как-то попытаться стравить сейчас. Ага, даже не потребовалось этого делать. 5 банок есть. Давай-ка я центр займу. Плюс 2 баночки. Оп, оп. Так, забираем. Изи-пизи, лаймон-сквизи. 8 банок.
Так, теперь мы против Шелли! Фу! Она чуть было не использовала свою ульту. Как вовремя я среагировал. И последняя игра, ребята. Просто победная, красивенькая, вместе с Фрэнки. Апаем с вами 100 кубасиков. Что-то как-то долго ищется. 5 из 10 игроков. Можно побыстрее? Ладно, давайте мы с вами сыграем в соло ШД, проверим свой скилл. С напарником понятно, на 15% больше урона. А как справлюсь я самостоятельно? Насколько этот бравлер полезен в одиночной игре? 9000 хп у меня. Я выгляжу как какой-то босс. Босс, против которого должны объединиться все игроки. Так, давай, Тара, стреляй. Стреляй, конечно. Стоп, ты кто? Ой-ой-ой. Так, ухожу, хилюсь. Сейчас у меня щиток должен сработать. Давай. Еще один раз дернись. Что ты думаешь, я тебя не догоню, да? Ну, попробуй отсюда выбраться теперь. Попробуй. Попробуй выбраться отсюда. Ты застрял здесь навсегда. А дымок-то уже подходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Раз. Два. Попал. Сейчас его дым уничтожит, ребята. Все, у него осталась только эта сторона. Последний шанс у него выбраться. Последний. Все, минус Мортис. Уходим подальше. Ты действительно хочешь этого? Давай, попробуй. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, щиток у меня закончился. Не подходи ко мне. Зачем ты за мной бежишь? Оу, она мне угрожает. Ладно. Я думаю, что мы сейчас на кого-то наткнемся. Все, могу постоять здесь. Ну давай, давай, давай. Что ты отправляешь мне, злобный смайлик? Так. Он промазал. Опа! В кустах двое, судя по всему. Давай-ка я перебегу туда, пока у меня есть время. Отлично. Дай мне нафармить ульту. Дай мне нафармить ульту. Так, ухожу. Опа. Да! 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 Все, победа, ребята. Первое место. Что ж, это было как-то чересчур просто. Плюс 10 кубасиков, ребята. 8-й ранг мы с вами апаем. И у нас целых 102 кубка. Ну что ж, большое вам спасибо за просмотр этого ролика. Если он тебе понравился, обязательно поставь свой лайк. Подпишись на канал, если ты еще не подписан. И увидимся с тобой в следующих видосах. Адиос!